Седьмая городская больница вообще работает с 59 года. Много комплексное такое лечебное учреждение. У нас есть замечательное хирургическое отделение общего направления, так называемой общей хирургии, и офтальмологическое отделение вместе с экстренной офтальмологией. Да, замечательные молодые специалисты, замечательные доктора и замечательные старожилы у нас работают, которые передают опыт своим коллегам, молодым специалистам. Да. Качан Олег Владимирович – это вообще у нас, наверное, как сказать, светило в офтальмологии нашей Тверской области. Глазная хирургия тоже изменилась. Много очень мы достигли. Мы выполняем практически все глазные операции. Занимаемся катарактальной хирургией, хирургией глаукомы. Год назад мы получили лицензию на высокие технологии. То есть это отслойки сетчатки, оперируем мембраны перитональные, макулярные разрывы. То есть все, что, в общем-то, все операции, которые делаются во всем мире, и все они выполняются у нас. В год мы делаем около 3000 операций. Все-таки стационар – это и есть стационар. У нас есть реанимационная бригада. И мы, в общем-то, человека всегда спасем и поможем. И есть единственная в городе, а может быть, наверное, и в области, экстренная офтальмологическая служба, которая принимает не только жителей города Твери, но и жителей нашей всей Тверской области. Наша служба находится в 7-й больнице на базе офтальмологического отделения. Работает в круглосуточном режиме. Помощь оказывается жителям города Твери, районов города и области. Оказываем помощь при ранениях, химические ожоги, тяжелые травмы. Если есть необходимость, госпитализируем в глазное отделение. На базе экстренной службы есть большая операционная, в которой проводятся сложные операции, проникающие ранения. Никому не отказываем, всех принимаем. Ну и хотелось бы отдать, конечно, дань нашим докторам, их золотым рукам, да, которые выполняют, скажем так, на современном уровне оборудования. Да, это все операции в общей хирургии происходят у нас в основном лапароскопическим способом. Да, оперируют причем не один-два человека, а все отделение. По плановой хирургии, то есть это все плановые операции на органах брюшной полости, там, конечностях Заволжского района, прикрепленного на района, и экстренное дежурство, во время которых обслуживаются все пациенты, нуждающие в экстренной хирургической помощи со всего города, со всего Калининского района, а в последние годы и со всей Тверской области. То есть вся экстренная патология, которая случается, она приезжает к нам. Рекомендациям, согласно современным методам оперативного лечения, все операции проводятся. То есть и лапароскопические вмешательства, мини-инвазивные, то есть эти все операции есть. Отдать должное Юрию Радовичу Чарыеву, заведующему хирургии, который воспитал всех, да, все отделение и дает возможность оперативного лечения в таком, на новом оборудовании, условно новом оборудовании. Да, оно новое, но оно уже 15-го года и требует обновления. Но хотелось бы, чтобы областной бюджет обратил внимание не только на районы, развитие районов, да, но и города Твери. Акцент в том числе делать на городские учреждения, дать им развиваться. И хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание вот и на общую хирургию, и на офтальмологическое отделение наше. Порой пациенты приходят к нам, ну, скажем так, отдавая предпочтение нашей клинике. Хотим жить в реалии, в сегодняшней реалии, на хорошем современном оборудовании. Молодые кадры очень заинтересованы, охотно к нам идут. Всегда рады видеть наших пациентов в наших отделениях. Да, приходите, мы с удовольствием окажем вам квалифицированную медицинскую помощь.